правительстве региона обсудили реализацию программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году ее участниками стали 18 муниципалитетов области. Субсидии получил областной центр, 10 моногородов и 3 исторических поселения федерального значения. Откровенно говоря, у меня по 2018 году есть претензии ко всем, без исключения, объектам, построенным по программе «Комфортная городская среда». Понятно, что жители вот у нас отзывчивые и добрые, и скорее просто радуются тем объектам, которые появились, но можно было почти все объекты сделать гораздо лучше. Поэтому будем добиваться идеала. Я с вас не слезу на эту тему. В этом году будут действовать новые подходы к реализации программы. Усилят контроль как на этапе подготовки конкурсной документации, так и в ходе выполнения работ. Ситуации, когда подрядчик не выполнил обязательств, постараются не допустить. Мы с задачами не справились в полном объеме. Вы знаете, мы эту тему разбирали. Хотел только здесь доложить, что Ивановская УФАС вынесла решение о включении подрядчика, который не выполнил работу в ЮЖе, в перечень добросовестных. И сейчас идет работа по оформлению имущественной еще претензии к этому подрядчику. Губернатор призвал активнее привлекать жителей к реализации проекта благоустройства, а также попросил представителей ОНФ не терять бдительность. Под зиму многие подписывали бумаги о выполненных работах, и мы, к сожалению, имея сигналы с мест, не смогли проверить их фактуру. То есть мы без КС-2 не смотрели на результат, надеялись, что его исправят. Я имею сигнал, что во многих муниципалитетах подписали под зиму специально, чтобы нельзя было нормально, качественно принять работы. То есть мы как оттает, пойдем принимать, и тут никаких обид быть не может. В этом году общий объем финансирования программы вырос на 355 миллионов рублей, и с учетом внебюджетных средств сумма, направленная на благоустройство, превысит 500 миллионов рублей. Я предлагаю не размазывать масло по бутерброду, а концентрироваться на определенных участках и их делать до конца. То есть высаживаемся в палихе, заканчиваем палих, делаем. Это оптимизация затрат на строительство элементарное. Дальше там пересаживаемся в Юрьевец. Ну, мы будем делать сразу несколько населенных пунктов и областной центр, само собой. Но максимально оптимизируем таким образом вообще весь проект. То есть на него надо смотреть не как на годовой проект, как на пятилетний проект. То есть мы за 5 лет должны с вами преобразить Ивановскую область. По мнению главы региона, программа позволит кардинально изменить облик муниципалитетов. В этом году работы запланированы в Иванове, Лежневе, Юрьевце и ряде других муниципалитетов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.